Всем привет, вы на канале Эрик Антона. Сегодня у нас уже не так много шансов на то, чтобы даже остаться в четвертом топ-дивизионе. Но очень хочется в нем закрепиться. Будем стараться. Давайте, поехали. О переходе в высший дивизион этот клуб уже и не мечтает, причем давно. Ну как? Сейчас бы вообще не скатиться. Да, о переходе мы не мечтаем, но... О таких матчах много говорят перед их началом, но еще больше по их окончании. Оправдает ли эта игра наши ожидания, Георгий? Ну, ты знаешь, мне вспоминается известное изречение, что наши ожидания – это наши проблемы. Хотя атмосфера на стадионе сумасшедшая, команды квалифицированы, ставки высоки, как никогда. Я лично не вижу препятствий для того, чтобы матч получился запоминающим. Мяч летит. Невероятное спасение. Мяч выбит. Угроза миновала. Плохая передача. Еще бы ее не перехватил. Посмотрим, кто из них сильнее. Ну, это момент. Отлично. Просто отлично. Может быть, появится, если мы сразу выиграем. Сказать красиво, бить не запретишь. Роскошный гол. Отсюда даже было хорошо видно, что вратарь мяч не достает. Он зашел под самую перекладину. Я имею в виду, конечно, мяч. 5 минут прошло, и счет открыт. Роберто Перейра. Аарон Лен. Аспиликуэ. Бастиан Швайнштайгер. Швайнштайгер. Тут просто подарили мяч сапер. И как опасно пробил. Да ё-моё. Спас он свою команду от больших неприятностей сейчас. Дембеле. Мяч сыграно. Бастиан Швайнштайгер. Роберто Перейра. Пауло Дибала. Швайнштайгер. Аарон Лен. Давай, 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 давай. Опасная передача. Ну, забивай свои. Корнер, но теперь мы говорим угловой. Решил пробить. Хороший сейв, с реакцией все у кипера в порядке. Как Перейра, Дехе надежно. Ой, повезло, а Дехе бил. Еще один угловой. Бьет он по воротам. Очень не точно. Не точно. Че, как с поездочи? Жарко. Здорово. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Санек еще спит. Ну иди пока мультик включи себе какой-нибудь. Дембеле. Аарон Лен. Ударище просто. И он забивает. Так, мы продолжаем. Неплохо пробил. Хороший пас получился, гол поставил корпус того, чтобы увидеть его в еще. Ближний угол. Счет 2-0, укрепила команда свое преимущество. Мартиаль сегодня просто рвет и мечет. Мартин Шкартель.
Аарон Лен. Швайнштайн. И как пробил! Вот это спасение! Так, теперь надо отбиться на голову. Вот это удар! Прямо в ДХ пришелся этот удар, и вратарь мяч поймал. Отлично выбрал позицию и перехватил пас. Швайнштайн. Могло быть опасно, но защитник в последний момент подставил ногу. Аарон Леннон. Пижонский пас, но точный. Хорошо разобрался. Опасно! Блокирует он удар соперника. Самоотверженно сыграно. Хуан Куадрадо. Отобрали мяч у соперник. Был фол, тут нечего обсуждать. А что насчет карточки? Ну какой же тут фол? Ну... И пошла передача. Классный отбор, можно играть. Джон Терри. Оборона расположилась очень грамотно и все-таки попался в ловушку. Спасибо, отличный пас, сказал соперник. Он бьет, вступает в игру вратарь, все под контролем. Какой шанс! Невероятное спасение! Блин, попижонил. Мяч сыграно. Аарон Леннон. Дембеле. Так, неплохо. Удар. Да слава, это блин. Для Давида Де Хеа забрал мяч нами. Мартин Шкертел. Рахим Стерн. Дембеле. Эшли Коул. Ах ты. Вратарь в этом эпизоде. Мяч ушел на угловой. И как опасно пробил. Спас он своих. Ну, перерыв. Отлично. Любимый счет Бориса. Фуф. Ну что, ведем 2-0. Никого менять пока не будем. Замена. Вряд ли этот футболист дождется овации с трибуны. Думаю, болельщики явно им сегодня недовольны, да и игрок и сам понимает, что он сегодня сыграл не лучшим образом. Такие матчи надо забывать, блин, и двигаться дальше. Кошмар. Аспиликоя. Серхио Агуэ. Ну это фол. Нет, нету фола. Отлично. Швайнштайн. Николас Отаменди. Накрыл, хорош. Сейчас главное не пижони, блядь, сейчас можно один пропустить, потом второй. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите комментарии. До какой лиги доходите вы? Рахим Стен. Да ёлки. Прекрасная игра в обороне, можно начинать свою атаку. Да ё-моё. Опасно как! Вратарь тащит, просто тащит, блять, нас Дэвид Де Хеа.
Надо забить третий, иначе все может плохо кончиться. Мы это все уже проходили. Потеря. Пол команды обыграл, ничего себе. Удар, опасно. Опасно. Да ёканый бабай. А, это ужасно. Это уверенно ужас. Сыграл вратарь на выходе. Но куда? И есть поддержка у этой атаки. Арбитр ну, назначает штрафной. Что тут было? Ага. Кстати, уже второй раз. Аарон Леннон. Летит в штрафную площадь. Черт. Да блин. Деревянный. Фил Джонс. Пауло Дибал. Аарон Леннон. И можно бить. Но что такое? Судья поднимает флаг, не игры. Чуть не одного звонился. Да. Фил Джонс. Ну, мы вроде уже говорили, ладно. А у меня просто телефон в сумке на вибрации, поэтому не слышу. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Дембеле. Аарон Леннон. В смысле, ты меня потерял? Ну, обычно я как Лего играю до 15 лет, блин. Муса Дембеле. Ну, мы же сказали, какую-нибудь ферму, чтобы мог и Саша, и Вика играть. Он с мячом и продолжает накручивать одного. Опасно! Нет, ну мы-то просили большую вообще-то. Опасно! Нет, я бы сейчас. Какие-то кубики. Здорово, выбрал лего, позицию, лего, прочитал лего, передачу, лего, совершил лего, переход. Ферма, там тысячи, выбери какую-нибудь там. Швайнштайн. Отличный прием, такого так бывает. Держать. Зайди в другой детский магазин, такого не бывает. Ну зоопарк, ну я условно, ну что-то такое отстраненное, в смысле не девчачье. Ну же он стоит здесь. Не... То есть не куклы. Ну и че? Аарон Леннон. Почему? Вика играет, я уже покупал подобное лего, но не конкретно лего покупал, а другое там, называется он защитник буквы, справился, подешевле. Задача мяч выбить. Будет угловой. Ну что-то я короче, покупал не лего, а что-то другое. Не знаю, не играли, целую неделю сидели, собирали. Я сейчас тебе скину, я не знаю, просто такой простой вопрос. Передача голкиперу медленно отбивается. Разбираем. Детские лего, пап. Муса Дембеле. Пап, лего, он и есть лего. Вратарь что значит, теряет мяч. Опасно. Обидный промах. Мог вот сейчас свою давай команду вывести через вперед. Давай минут через 10 перезвоню, я что-то понять не могу тебе. Сейчас тебе скину пример, и ты поймешь, я не знаю, куда тут уже. Мартин Шкартел. Муса Дембеле. Все. Мы собирали, было всем интересно, мяч, поэтому мы попросили. Мяч к перчаткам голкипера. Пап, все, я тебе сейчас скину. Серхио Агуэ. Минут 15, давай перезвоним. Какой шанс! Все, через 2. Удачный отбор, он сегодня один из лучших в этой команде. Защитник не дает развить атаку, перехватывает передачу. Так, извините, мы отвлеклись. Дембеле. Но мы и с телефоном, как видите, неплохо играем. Опасная передача, но и защитник не дремлет, перехватил этот пас.
Себастьян Швайнштайгер. Ну-ка, ты можешь все! Дотянем, дотянем до победы. Ой, ой. 2 минуты добавлено к основному времени тайма. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Опасно как! Чего? Конечно, пенка. Ну что, ему ничего не оставалось сделать, он хотел как лучше. Да, он спасал свою команду в безнадежной, казалось бы, ситуации. Если, конечно, это можно назвать спасением. Да хэп-хэп мячу, удар, гол. Пенальти, он и забил. Четкий гол. Отметим уверенную реализацию 11-метровой. Ну и здесь голкипер был. Че, разрешили? Если у этого футболиста сегодня будет... Запустили в ЧКО. 3-0. Хорошая победа. Остаются все шансы на успех. Да, наверное, если бы еще несколько мячей на поле бросить, они бы все в одни ворота и покатили. Все, всем до новых встреч. Пока, подписывайтесь на канал.